Для массовых купаний сезон заканчивается обычно в сентябре-октябре, но не для сочинских моржей. Мы привыкли, что чаще ими становятся туристы, для которых плюсовая температура как большой подарок судьбы. Вот Елена из Москвы. С сентября по декабрь она любит отдыхать в Сочи. И так каждый год. Вплоть до 3 декабря ежедневное плавание. У нее 5 детей, 6 внуков и даже есть правнучка. Так что о пользе морских зимних купаний ей есть кому рассказать. Для меня прям шикарное. Даже очень хорошо. Не знаю. Просто единственное, что если заплываешь туда далеко, ну, будоражишь нервы гуляющим. Поэтому я здесь рядышком плаваю. А так вот, в основном утром прихожу, далеко-далеко уплываю. Но не уступают гостям курорта и местные купальщицы. Среди них и Татьяна Москвитина. Она приходит на море всегда с группой поддержки. Сегодня с ней подруга Валентина Толстик. Пока Татьяна принимает морские ванны, Валентина собирает ракушки для внучки. Я работаю врачом в санатории Заполярье и считаю, что люди разные. Есть люди теплолюбивые и любят сауну. А другим нужна криосауна, холодная сауна. Вот такой криосауны камеры, где воздействие холодного воздуха оказывает на организм мощное оздоравливающее иммуностимулирующее действие, для Татьяны Москвитиной стало море. И сезон морских купаний начинается обычно с мая. Обычно он у меня так и длится до середины ноября, до декабря. Ну, когда бывают в декабре такие радостные деньки с такой температурой, а такое бывает. Ну, конечно, почему бы не воспользоваться. Вода, правда, холоднее, больше обжигает, и меньше в ней времени находишься, но все равно приятно. Ощущаешь бодрость, такой прилив сил, энергии, бодро себя чувствуешь в течение дня. Замечательно. Моржом может стать любой человек в зависимости от здоровья. И может быть лично убедиться, приносят ли пользу организму морские купания. Холодная вода, она лечит. Вот все заболевания позвоночника, спинномозговые грыжи, остеохондрозы, чередование холодной и горячей воды, оно помогает для того, чтобы обострения этого заболевания не было. И холодная вода, она великолепно помогает в профилактике вирусных заболеваний. Здесь нужна хорошая консультация врача. Посоветуйтесь со своим врачом, и я приветствую занятия моржеванием. Моржевание еще и называют эффективным способом борьбы с вредными привычками. Меняется даже характер человека. Главное, чтобы все шло не во вред, а на пользу здоровью. Говорят, вода снимает весь негатив. Может быть, поэтому к морю приходят даже тогда, когда уже закончился купальный сезон. Правда, в будние дни здесь редко встретишь местных жителей, за исключением молодых мамочек с детьми. А так, в основном, отдыхающие, которые всегда называют этот уголок Черноморского побережья раем. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.